Фирма БФГ образована примерно полтора года назад и занимается исключительно тем, что представляет интересы зарубежных производителей оборудования для оснащения гофрофабрик. На данный момент фирма БФГ может полностью оснастить гофрофабрику за исключением гофроагрегата. Мы представляем компанию, первой выступающей компанией будет компания Macarbox. Это испанский производитель машин для производства четырехклапанных ящиков. Более подробно расскажут они сами. Также в нашу группу входит фирма Дюкер, транспортные системы, логистика предприятия, Дюкер Роботикс. Это роботы-префидеры, роботы-палетайзеры. Компания EFI – это программное обеспечение для гофропроизводств на базе известных многим из вас PCTOP и CTI. И также фирма американская GB – это инфракрасные сушки для ваших перерабатывающих машин. Разрешите предоставить слово госпоже Ирине Струковой и господину Горке Гарачеттери. Они расскажут вам об оборудовании компании Macarbox. Спасибо. Спасибо, Ирина. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Gorka Gorchategui y soy el director de Macarbox. Para nosotros, primeramente agradecerles su presencia, porque para nosotros es un gran honor el poder estar hoy aquí en Moscú presentando las líneas de nuestro producto. Я буду переводить по ходу пьесы. Горка Гарачеттери, наш управляющий директор. И мы первый раз на конференции, на выставке Росупак. Для нас большая честь здесь иметь возможность представить вам оборудование нашей компании. Y durante la presentación vamos a presentarles las líneas de producto que hemos desarrollado, que esperamos que sean de su interés. Y las mismas serán presentadas por Irina Strugova, que es nuestra responsable para el mercado ruso. Мы представим вам во время презентации нашу программу поставок, наши линии оборудования. И для экономии времени и для увеличения производительности презентации представлю оборудование я. Я являюсь менеджером по продажам по русскоговорящим странам компании Macarbox. И я так думаю, что после презентации господин Гарачеттери доступен для любых вопросов, которые у вас могут возникнуть. Мы находимся на стенде B301 компании Best Fogo. Я думаю, что для многих компания Macarbox еще является загадкой, поэтому я бы хотела воспользоваться возможностью, чтобы рассказать вам немного как о самой компании, так и об оборудовании, которое мы можем вам предложить. Macarbox производит оборудование для изготовления гофроупаковки. Это автоматические поточные линии для производства гофротары, флексофальцевально-склеивающие линии и ротационные высекательные прессы. И также в этом году мы представляем новый продукт, результат долгих разработок, цифровые печатные машины. Мы находимся в Испании. На севере Испании, на границе с Францией, на побережье Атлантического океана. И все наше оборудование производится в Европе при использовании высококачественных европейских компонентов. Также определенная часть компонентов японского происхождения и американского происхождения. Мы входим в группу Эчетер. Это большая промышленная группа, состоящая из различных предприятий, специализирующихся на машиностроении. Я думаю, что многие знают, что Италия, например, на севере сосредоточена промышленность, и юг специализируется на туризме. В Испании примерно такая же ситуация.
Основной сегмент группы Etcheter – это предприятие, занимающееся производством оборудования. Основное, главное предприятие группы работает более 60 лет с автомобильной промышленностью, поставляет оборудование для производства коленчатых валов на Ford, Mercedes, Jaguar и General Motors, Chrysler и так далее. Многократно было премировано как лучший поставщик года от этих компаний. Более 90% оборота группы идет на экспорт, то есть все компании группы работают на международном уровне. Если мы говорим о Гайнду, то это автоматизация производства, это роботы, в основном нацеленные на также автомобильную промышленность. Компания Гуруцпе – это токарные станки большого промышленных мощностей с управлением типа ЧПУ. Компания Макарбокс, соответственно, мы. Таленс, лазерные технологии. Далее следующий сегмент – это металлообработка. При этом Альбисеин занимается обработкой деталей, скажем так, тяжеловесных, то есть средний вес деталей 20-30 тонн для ветряной энергетики, для авиационной промышленности. И компания Итурли состоит из трех заводов, которые занимаются производством деталей и компонентов, в том числе и для компании Макарбокс. Например, станины, валы, металлообработка происходит у нас на нашем же заводе. Большинство запчастей, которые мы поставляем наших клиентов, клиентам нашего же собственного производства. Далее компании SOSE и Titanium – это электронный инжиниринг и кибербезопасность в сети. И компания Икергуны – это научно-технические разработки и получение патентов для всех предприятий групп. Что касается программы оборудования Макарбокс, мы можем предложить вам как линии для производства гофротары раздвижного типа, так и фиксированного типа. Мы сейчас пройдемся по различным типам линий и также, как я уже говорила, цифровые печатные машины. Я предлагаю нам сейчас посмотреть буквально небольшой фильм, в котором вы можете увидеть как наши производственные мощности, так и машины раздвижного типа. Этот цех мы ввели в эксплуатацию в этом году. Дополнительно площадью 6500 квадратных метров. Там по зонам разделено монтаж секций, проверка качества и вот идет сборка оборудования. Всегда все машины перед отгрузкой вводятся в эксплуатацию и проверяются. Клиенты обычно приезжают на приемку. Значит, сейчас, одну секунду, ага. Если мы говорим о характеристиках оборудования, то мы можем предложить вам как модели с зубчатой передачей, так и с независимым приводом. Отличное качество печати. Наши флексосекции оснащены ракельной системой печати. У нас своя собственная камера, собственные разработки. Она представлена сейчас на патент с одним отрицательным ракельным ножом и без использования боковых пломб. По соотношению цена-качество очень хорошая.
Что касается затрат на техобслуживание, а также простоты обслуживания, весь дизайн машины изначально был задуман на то, чтобы облегчить техобслуживание и снизить затраты на производство. И отличаются прочностью, надежностью, стабильностью. Также мы предлагаем вам оборудование фиксированного типа. Здесь вы можете увидеть новый дизайн. Какие характеристики данных машин? Их основной целью является максимизация производительности линии за счет быстрой переналадки. Эти машины располагают возможностью доступа оператора к свободным секциям во время работы машины для замены клише для подготовки следующего заказа. Также мы предлагаем опцию автоматическую замену анилоксовых валов в течение 2 минут. Это происходит следующим образом. В каждой флексосекции предусмотрено наличие 2 анилоксовых валов. Один из них находится в работе, второй находится в, скажем, парковочной позиции. И при необходимости в течение 2 минут эти анилоксовые валы меняются местами. Также предусмотрена опция быстрой замены штансформ. При этом в ротационной секции устанавливаются 2 вала. Один из них находится в работе, второй находится в покое, и оператор имеет доступ к нему для установки штансформы во время работы машины. Также после последней печатной секции трансферная секция поднимается вверх для обеспечения продольного смещения слоттерной секции и ротационной секции для обеспечения более удобного доступа оператора. Мы будем устанавливаем машину такого типа со всеми имеющимися опциями. Это будет мини-лайн со скоростью работы 24 тысячи листов в час. В осенью этого года у нас в Испании буквально в получасе езды от завода. И с удовольствием приглашаем всех интересующихся к нам в гости, посмотреть производство, посмотреть качество оборудования, посмотреть машины и заодно посмотреть на, скажем так, последнее слово техники. По техническим характеристикам модельный ряд от мини-лайна до максимальной ширины листа 3600 мм и, соответственно, ротационные высечки последняя колонна. Цифровые печатные машины. Я думаю, что всем известны преимущества, большие идут разговоры по этой теме. В Европе эта тема очень актуальна, уже многие клиенты ставят машины, цифровые печатные машины, и активно интересуются этой темой. Здесь мы тоже заметили уже активный интерес со стороны покупателей. Преимущества всем известны. Преимущества известны, сомнения тоже известны пока на данный момент. Расскажу о преимуществах печатных машин Макарбокс. Это печать за один проход, то есть не мультипас, а за один проход листа отпечатывается лист. Мы предлагаем машины как для красок на водной основе, так и для красок на масляной основе. Обе из них сертифицированы для использования в пищевой промышленности. По скорости работы на масляных красках до 90 метров в минуту, на водных красках до 80 линейных метров в минуту. Разрешение 360 на 360 dpi. И технология Drop on Demand, используются пьезоэлектрические печатные головки. Почему упоминаю? Потому что важно сравнивать этот момент, исходя из срока службы. Пьезоэлектрические печатные головки в разы служат дольше, чем термические, а это является одним из основных
скажем так, расходных, да, источников расхода. И на данный момент мы предлагаем три модели с максимальной шириной листа 1200 мм, 1600 мм и 2000 мм. Длина печати, в принципе, не ограничена, ограничена только возможностью, скажем так, манипуляции, да, производственного помещения. Мы даем длину до 4 метров. Также по цифровой печатной машине первую цифровую печатную машину мы устанавливаем осенью этого года, также в Испании у другого клиента, который также находится от нас совсем рядышком. Поэтому еще раз приглашаем вас к нам в гости для убийства уже трех зайцев сразу. И посмотрите производство, и мини-лайн, и цифровую печатную машину. Вот мы здесь на стенде B301 готовы ответить на любые ваши вопросы. И я вот вижу, уже есть вопрос. Пожалуйста. Кто будет изготавливать водную краску для этой машины? То есть наша водная краска, она туда не подходит. Нет. Слишком большая дисперсия. Угу. Раз. И два, стоимость запечатки 1 метр квадратного. Значит, краска – это очень важный момент, вы правильно говорите. Этот процесс разработки краски, который ответил нашим требованиям по качеству печати, занял многое количество месяцев. И с различными производителями мы сотрудничали в этом процессе. Остановились в конечном итоге на данный момент на совместном производстве с одним из производителей. На будущее будем искать также альтернативы для, скажем так, возможности предложить клиенту другой вариант. Краска должна быть сертифицирована также с производителем печатных головок, потому что это очень важный момент, что касается срока службы также печатных головок. По стоимости запечатки квадратного метра, я думаю, что самое правильное было бы на конкретном примере смотреть, потому что зависит от качества картона, от того, насколько впитываемость большая, мелованный, не мелованный картон, и также от самой картинки, то есть сколько, какое количество, какой краски тратится. Да? Если вы нам можете прислать файл, то мы вам посчитаем конкретно на ваш файл стоимость допечатки. Мы, как я уже говорила, мы находимся на стенде 301. С удовольствием вас примем и послушаем, ответим на ваши вопросы и еще вам расскажем подробно. Спасибо. Спасибо за внимание.